Всем привет! Это канал «Бременские будни» с Александром. Сегодня у нас среда, 6 апреля. Зима не хочет отступать. Вот уже третий день. Снег на улице. Сейчас растоплю печь и потом немножко планирую поработать сегодня. Я уже вчера начал освобождать одно из помещений в сарае. Его я в дальнейшем планирую сделать помещение для складирования сена для кроликов на зиму. Потом зайдем в крольчатник. У меня на днях отравилась одна из самок. Делала еще одна самка Калифорнии гнездо. Но как-то по срокам должна была уже. И та самка, которая это бургундская, я покрывал в один день, она уже отравилась. Но а это уже посмотрим. Если сегодня никого не будет, ну, значит, она прохолостила. Планировал завтра на рыбалку поехать. Учитывая погоду, наверное, не поеду. Буду заниматься дома. Еще покажу кролика, которого приобрел. Это самец бургундской породы. Ему на данный момент 3 месяца. Ну, как раз я планировал этот раз самки, которые родили, они вырастут своих маленьких, месяц посидят, я не буду покрывать, как раз окрепнут. И уже этот самец к моменту покрытия уже будет достаточно взрослый. Я думаю, справиться со своими обязанностями. Ребят, сейчас покажу, кого родила нам бургундская самка. Вот там все укрыто. Этот раз она была покрыта калифорнийцем. Родила она 13 штук. Ну, посмотрите, все черные. Почему так? Даже не знаю. Папа Калифорния, мама бургундская, дети черные. Вот, а это те, что родились где-то 24 марта у Калифорнии. Вот такие. Они пищаются как на себя. Желтенькие. Тихо, мама. Не волнуйся. Я им сено вчера подложил. Или это самка тут немножко. Не знаю. Ну ладно. Так вот сухо под сеном, но они почему-то немножко на себя гадят. Сейчас этим кормящим самкам молоко. Тут было больше молока. А, уже и глазки открывают. Вон. Тут уже глазки открыл. Чтобы было больше молока. Морковку даю там, хлеб. Все закроем. Вот бургундский кролик, которого я вчера приобрел. Это самец. 3 месяца ему. Вот будет уже моей бургундской самочке пара. Вот
Вот, ребят, пока я вам показывал кроликов, самку, которая готовится к родам, она уже начала рожать, сейчас у нее идут роды, но показывать этого не буду, как бы не очень, наверное, корректно будет даже по отношению к матери. Поэтому посмотрю потом, как там, что у нее получилось, ну, даже расскажу. Почистил еще две комнаты в сарае. Это как потеплеет. Увеличу вольер. И уже это тоже будет как курятники. Где-то поделаю настилы для уток. Уже будет места побольше. Клетку с этим кроликом. Там французский барашка наш. Где он вон сидит. Я ее перенесу в сарай. Пока пускай тут. Вот лежит курица. Она не умирает. Она просто купается в песочке. На улице мокро. Тут им хорошо. Вот это за сегодня. Какие-то грязные немножко. Ну ладно. Может, лапы грязные были. Погода сегодня хорошая, не подвела, работать получилось. Освободил три помещения для наших уток, птиц, и вот то, что я планировал, одно будет для складирования сена. Сейчас добью забор, останется мне два пролета, я думаю, что завтра уже это сделаю. Погоду вроде передают хорошую, поэтому в следующий раз уже покажу забор полностью готовым и не буду уже заострять внимание на строительстве этого забора. Вот. Что касается акрола, у нас сегодня самка эта Калифорния родила, все хорошо у нее. Родила она 6 крольчат. В принципе, этому я и доволен, потому что я смог троих кроликов, 3 крольчонка пересадить от бургундской самки. Она их приняла, все хорошо. Для нее это будет несложно, у нее прошлый раз было тоже 9, она выкормила и все было удачно.
бургундской тоже было 9, но молочность у нее похуже. Хотя сейчас они растут, все хорошо, никаких проблем с ними нету. Как вы уже заметили, начинал я свой ролик, еще была полноценная зима. Сейчас у нас где-то в районе 5 вечера, и уже практически все растаяло. На деревьях уже точно ничего нету. Ну и я думаю, что завтра утром уже вообще снега не будет. Вот поэтому сегодня буду заканчивать наш видеоролик. Кому было интересно, следите за видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если кто хочет, подписывайтесь на канал. А на сегодня у меня все. Всем добра, всем пока.